Не такие страшные морозы, но метели, снегопады и местами туман ожидаются на территории нашей страны. В Кустанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области запрещено движение для автотранспорта в нескольких направлениях. С 10 утра закрыта дорога от города Шаманаиха до российской границы.